новый день. С каждым годом хорошеет наш город Серов, облагораживаются улицы, появляется больше мест для отдыха. Но не сравнится красота, сделанная человеком, с природной красотой. Предлагаем вашему вниманию репортаж по итогам реализации проекта «Родники». Недалеко от нашей школы бьет родник. Жители давно пользуются родниковой водой. Много лет назад местные жители сделали у родника деревянный сруб. Но недалеко от источника была свалка бытового мусора. Ребята нашей школы расчистили территорию вблизи родника и стали ухаживать за ним. Забота о роднике стала частью нашей школьной жизни. В 2004 году специалисты комитета по архитектуре составили эскиз нового обустройства этого родника. 17 ноября 2004 года прошло торжественное открытие источника. На нем присутствовали и наши старшеклассники. В школе прошел конкурс на наилучшее название родника. Выбор пал на название «Серебряные ключи». Эстафету по шефству над родником подхватили и дети начальных классов. В школе создан отряд «Родничок». Каждый год вместе с родителями мы приходим к роднику. Вместе убираем мусор на территории у родничка, подкрашиваем беседку, навес над источником. Весной высаживаем цветы, проводим акции и призываем людей бережно относиться к природе. Ребята часто ходят к роднику самостоятельно. Они любят этот уголок природы. Радуются, если у родника чисто, а иногда возвращаются расстроенными от того, что видят вырванные цветы или кучи мусора на территории у родника. Перед праздником 9 мая ребята разносят воду пожилым людям. У родника мы проводим конкурсы рисунков на асфальте, выступаем с отчетами о своей работе перед родителями. Наши ребята принимают активное участие во всех городских и областных конкурсах по программе «Родники». В копилке отряда много грамот за призовые места. Роднику «Серебряные ключи» ребята посвящают стихи, сочиняют сказки, легенды. Стереть планету будем!